Здравия всем, друзья мои! Сегодняшнее мое видео будет о пересадке нескольких растений. Вот эти две орхидейки были в моем предыдущем видео об адаптации орхидей. В общем, была у них более-менее хоть какая-то корневая, в три раза больше, чем то, что вы наблюдаете сейчас. Вот. Здесь так вообще в итоге осталось у меня три корешка, как бы так бы показать получше. Вот три корня. Это они уже обрезанные, все, что испортилось, высохло или подпортилось немножко, обработано фисаном 20. Вот, и будет опять посажено в другие горшки. В общем, до этого они у меня сидели в мхе. А сейчас я их все равно хочу посадить в мох, но, наверное, немножко с камушками, вот такие с лавой, в перемешку, чтобы не было сильно влажно. Потому что влажность им вроде нравится, но, тем не менее, все равно как-то вроде многовато. В общем, вот такая моя странная экспериментная адаптация. Я уже даже не знаю, как адаптировать орхидеи, потому что в коре им что-то не нравится, в мхе им что-то не нравится. В чем им будет нравиться, я даже не знаю. Ну, вот так вот будет выглядеть посадка. Внутри камешки. Камешки и мох. Мох вот у меня уже приготовлен влажный. И мы его будем вот так вот аккуратно утрамбовывать. Поскольку мне не очень удобно все это одной рукой снимать, то я сейчас закончу и покажу вам, что получилось. В общем, вот что в итоге получилось. Получилась вот такая посадка, довольно воздушная. Камешки, больше камешков, конечно, переложены мхом. Ну, что-то наподобие, наверное, как полу, ну, как бы частично фитильный полив. Ну, не фитильный, конечно, потому что мох достаточно влажная субстанция. И лава тоже удерживает воду, но не слишком. Я надеюсь, что эта посадка, так как она не чистый мох, будет гораздо быстрее просыхать. И тем не менее будет предоставлять достаточно влажности растению. Я вот предполагаю не поливать сверху, не опрыскивать сверху, для того, чтобы выманить здесь корешки, уложила мох. Сейчас он влажный, но буквально через сутки он просохнет. Поливать планирую в поддон, для того, чтобы манить корешки вниз. В горшочке достаточно дырочек, аэрация здесь очень хорошая. В общем, листья растения очень крепкие и упругие. Надеюсь, конечно, что оно хочет жить. По такой же схеме сажаю вторую свою орхушку, но корней здесь намного меньше. Вот сейчас, секунду. Корней здесь осталось буквально вот три толстых, жирных, хороших корешка, но все-таки их три. Поэтому я сажаю ее в меньший горшок. Закончу сейчас и покажу вам. Ну вот так выглядит конечный результат. С этой стороны я положила камешки немножко сверху, потому что растение имеет несколько крупных листьев и цветонос, и норовит все время завалиться. Поэтому сверху я здесь поставила пару камушков, которые будут ее придерживать. Единственное, что, может, думаю, поменяю один из этих, камешки все-таки легкие, поменяю на более чуть-чуть тяжелый камушек. Вот. Корешки еще зеленые, потому что растение было обработано. Мох влажный. Поэтому поливать я, наверное, буду его, возможно, только послезавтра. Посмотрю по влажности. Вот. Так что вот так вот это выглядит. Да, наверное, надо чуть-чуть потяжелее камушек сюда поставить. Вот так вот это выглядит на данный момент.